Всем привет, с нами вице-капитан сборной России по мини-футболу Александр Кузов. Саш, привет, расскажи, пожалуйста, как вчера проходила игра, так уверенно победили, что помогло? Помогло. У американцев было мало замен, точнее, даже одна. Но они физически были слабее, чем наша сборная. Ожидали, что такой будет разрыв 12-0 все? Нет, мы не думали, просто настроились на игру, вышли и показали достойную игру. С чем связана замена основного вратаря? Основного? Ну, большая травма была, и дали отдохнуть. Успеет он остановиться в сегодняшнем игре? Да, успеет. Спасибо большое. Пожалуйста.